КАМАЗ и легковой автомобиль не поделили автодорогу Южная. ДТП произошло сегодня утром. Водитель ВАЗа не уступил дорогу ехавшему по главной дороге большегрузу. Водитель 1985 года рождения на автомобиле ВАЗ-2110 в нарушении пункта 13.9 на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомашине КАМАЗ под управлением водителя 1963 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир ВАЗ-2110 получили ранения в различной степени тяжести. Пассажирка доставлена в ЦРБ. У въезда на Соболековскую дорогу все экстренные службы. В центре массовой аварии оранжевый автомобиль, который сейчас похож на груду металла. Яркий Hyundai Solaris по предварительной версии на большой скорости вылетел навстречу. Водитель Hyundai Solaris 1990 года рождения. По предварительным данным, не соблюдал скоростной режим, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение со встречным автомобилем Suzuki Grand Vitara под управлением водителя 1973 года рождения, в результате которого автомобиль Suzuki отбросило на автомобиль Chevrolet Aveo. В результате этого ДТП пострадал водитель автомобиля Hyundai Solaris с различными травмами, и его доставили в больницу. Все та же Соболековская дорога, но уже второе ДТП за один вечер. По предварительной версии, молодой человек за рулем ВАЗ-211-44 на высокой скорости столкнулся с иномаркой Kia Rio и Nissan. Последнее авто по инерции отбросило наехавший впереди «Шевроле». Пострадали в этом ДТП водитель и пассажир ВАЗа. Госпитализация не потребовалась. Анастасия Шакирова, Илья Челноков, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.